Сегодня представители городской администрации Чебоксар провели очередной рейд по сетевым магазинам столицы. Проверяющих интересовало, насколько широко представлена продукция местных товаропроизводителей и как отличаются цены. Самый дешевый колбаса который? Так, Атяшево. Атяшево. А дальше? Больше никого? Звенигово, Бурнара. Такую проверку несколько недель подряд проводили в сети магазинов «Магнит». Комиссию тоже заинтересовали цены, продукты и внешний вид торгового зала. Теперь очередь дошла до магазинов «Калач» и «Спар» в северо-западном районе столицы. По словам начальника управления потребительского рынка и предпринимательства, в администрацию города неоднократно поступали жалобы от жителей на стоимость продуктов. Не обнаружили проверяющие и логотипы «Покупай Чувашская». Я не знаю, чья она. Сейчас можно спросить, конечно, да. Но, похоже, если грязи очень много, наверное... Дождевую погоду, наверное, наши дома привезли. Сейчас спросим, кто поставщик. Заметили вот тенденцию, то, что значит, больше продукции привезенной в других регионах. И наши местные продукты выставлены в очень малом ассортименте. Мы, конечно, над этим вопросом сейчас, значит, больше внимания будем обращать. По словам Фасихи Солдатовой, такие меры действенны. Некоторое время назад, после подобных рейдов, местная продукция появилась в торговых точках. В администрации города планируют провести совещание, на котором обсудят вопросы присутствия местных продуктов на прилавках федеральных сетей.